кратчайшая дистанция между двумя точками – это прямая. А наиболее прямой путь к Супермену – это замечательная тропинка по имени Лоис Лейн. Да у нас тут проблемы. А проблема злодейства в мире? А проблема абсолютной добродетели? Я не стану избивать тебя. Хоть ты этого заслуживаешь. Да и ты проблема, помимо всего прочего. Ты выше всех. Это значит быть богом. Гор, Аполлон, Иегова, Кал-Эл, Кларк, Джозеф. То, что мы называем богом, зависит от нашего племени, Кларк Джо. Ведь бог у всех свой. Бог всегда за своих. Никто на небе не вмешался, когда я мальчишкой спасался от побоев отца. Уже тогда я понял. Если бог всемогущ, он не может быть добрым. А если он добрый, он не может быть всемогущим. Как не можешь и ты. Все должны увидеть, какой ты мошенник. Своими глазами. Кровь на твоих руках. Что ты сделал? И сегодня они увидят. Да, ведь у тебя, мой друг, свидание. Через залив. Его ненависть созрела. 2 года зрела, и осталось его слегка подтолкнуть. Пара записок, большой взрыв. Ты дал семье погибнуть! И теперь ты полетишь к нему. И сразишься с ним. Насмерть. Черный и синий. Нас ждет битва. Величайший гладиаторский поединок в истории. Бог против человека. День против ночи. Сын Криптона против летучей мыши Готэма. Думаешь, я буду драться за тебя? Думаю, да. Еще как будешь ради главной женщины в твоей жизни. Она внизу, в безопасности. А ты? Тепло, но я сейчас говорю не о Лоис. Нет, главная женщина для мальчика — его мама. Марта, Марта, Марта. Мать летающего демона должно быть ведьма. А какое у нас наказание для ведьм? Точно, смерть на костре. Я не знаю, я приказал не говорить мне. Но если ты убьешь меня, Марта умрет. И если ты улетишь, Марта тоже умрет. Но если ты убьешь Бэтмена, Марта будет жить. Вот так. Вот так. И теперь Бог подчинится моей воле. Камеры уже ждут на твоем корабле, чтобы мир увидел изъяны в святом. Всемогущий покажет, насколько он низок, когда нужно, чтобы спасти Марту. Принеси мне голову Бэтмена. А! Матерь Божья, ты посмотри на время. Когда ты явился, у тебя был час. Теперь уже меньше.